на конкурс. Дети читают стихи. Ксения Шиповалова, 11 лет, город Оренбург, 16-я школа. Константин Михайлович Симонов. Майор привез мальчишку из Лафета. Майор привез мальчишку из Лафета. Погибла мать, сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями Лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка, привязанная к щиту, чтобы не упал. Прижав в груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на Лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидит этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там, в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей земле. За все, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отец, у мальчишки он. За 3-9 земель в горах Урала твой мальчик спит с испытанной судьбой. Я верю, мы во что бы то ни стало, в конце концов, увидимся с тобой. Но если нет, когда наступит дата, ему, как мне, идти в такие дни, след за отцом по праву, как солдата, прощаясь с ним, меня ты помнишь.